Херобрин. Древний враг аниматроников. Именно он украл Чико для того, чтобы провести над ней свои эксперименты и создать огромную армию бессмертных клонов для того, чтобы захватить весь Лос-Сантос. Как вы помните, друзья, в предыдущей серии аниматроники оказались в плену у Херобрина, но к нашему счастью, мы все-таки смогли оттуда сбежать. Именно тогда мы впервые увидели первого клона Херобрина, Чико, которая напала на нас и пыталась нас убить. В ту ночь аниматроники не справились с Херобрином, и он сумел все-таки уйти от них. Но к нашему счастью, мы смогли найти новый след Херобрина. И как нам стало известно, сейчас он находится в самой секретной лаборатории на окраине Лос-Сантоса. Я уверен, что прямо сейчас Херобрин проводит там свои очередные эксперименты над Чикой и продолжает создавать армию бессмертных клонов. Именно поэтому, друзья, сегодня аниматроники вновь столкнутся с Херобрином. И, конечно же, мы должны попросить у вас помощи. Потому что если вы не поставите лайк под этим роликом и не подпишетесь на мой канал, то сегодняшнюю схватку мы выиграть не сможем, и Херобрин убьет Чику. Друзья, хотел бы вам напомнить, что совсем недавно у меня открылся свой собственный сервер в Сампе, на который я бы в очередной раз хотел пригласить вас поиграть вместе со мной и с моими подписчиками. Сервер Home и Roleplay, ребят, сейчас реально очень интересный, ведь работа над ним ведется каждый день. Каждый день мы выпускаем новые обновления, исправляем баги и устраиваем различные интересные РП-ивенты. Поэтому, ребятки, приглашаю вас поиграть на нем вместе со мной. Ссылочку на группу ВКонтакте и IP-шку сервера вы найдете в описании под этим роликом. Заходите, друзья. Всем привет, друзья! С вами я, Гост, и мы продолжаем играть за аниматроника в GTA-шку 5. Сегодня, друзья, как вы уже поняли, мы в очередной раз отправимся на спасение Чики. И сегодня, ребята, наш путь ляжет прямиком в самую секретную лабораторию Лос-Сантоса. Именно в этом месте, друзья, сейчас находится Херобрин. И, по всей видимости, именно сейчас он проводит там свои злые эксперименты над Чикой. Я думаю, вы прекрасно знаете, что можно ожидать от этой лаборатории, ну и от самого Херобрина в целом. Именно поэтому сегодня мы с аниматрониками очень хорошо подготовились. Мы взяли очень крутые пушки и смогли угнать беттер, на котором прямо сейчас мы подъедем в лабораторию Херобрина, ну и нанесем, конечно же, свой первый удар. Я думаю, что в принципе уже достаточно сильно стемнело, и это, наверное, самое подходящее время для того, чтобы отправляться к лаборатории. Поэтому, ребятки, давайте-ка мы уже будем потихонечку двигаться. Ну и, конечно же, друзья, я бы еще раз хотел попросить вас не забывать ставить лайки под этим роликом и подписываться на мой канал, если вы еще не были подписаны. Потому что, друзья, только благодаря вашим лайкам, которых набирается под данными роликами очень-очень много, мы продолжаем спасать Чику. Ну и, конечно же, не оставляем надежд, потому что в последнее время Херобрин, друзья, стал очень опасен, и каждый раз он умудряется ускользнуть от нас. Я уже, честно говоря, друзья, не знаю, получится ли у нас ее действительно спасти, но все-таки, ребятки, вы постоянно просите новых серий, постоянно пишете комментарий и постоянно ставите лайки. Именно поэтому, друзья, мы с вами в очередной раз выдвигаемся на спасение Чики. Так что, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь, и мы будем продолжать вести данную рубрику. Ну что ж, друзья, мы с вами уже практически подъехали к лаборатории. И, честно говоря, мне уже маленько становится жутковато. Так, давайте сейчас попробуем как-нибудь проехать через шлагбаумы. Я надеюсь, что охранник нас пропустит, хотя фиг его знает. Так, что он делает? По-моему, он не особо хочет нас пропускать, да? Насколько я вижу. Куда он пошел? Молодой человек? Что происходит? Походу, он пошел домой. Так, это хорошее время для того, чтобы пробраться вот так вот. Отлично, отлично, ребятки. Так, он не заметил, это очень хорошо. Так что сейчас мы можем с вами проезжать. Ух ты, ё-моё. А это что такое? Это клон Херобрина? Капец, сразу же на улице клон Херобрина, друзья. Я надеюсь, что он мертвый, потому что иначе он сможет нас, блин, спалить.
Так, друзья, окей, это очень плохой знак, но сейчас мы с вами точно можем знать, что Херобрин серьезно в лаборатории. И с одной стороны, ребята, это даже неплохо. Так, давайте-ка возьмем сразу же оружие в руки, потому что фиг его знает, быть может, нас сейчас поджидает где-то здесь ловушка. И маленько сейчас давайте осмотримся. Пока что ничего странного я в этом месте не вижу, то есть здесь у нас, посмотрите, стоят вот такие вот огромные ворота, которые, в принципе, я думаю, можно будет открыть. Так, аниматроники, вы готовы? Давайте, ребятки, в таком случае будем уже заходить в саму лабораторию. Так, отлично, ребятки, мы с вами смогли пробраться внутрь. И, о господи, я сразу же вижу здесь огромное количество трупов. Вы посмотрите, как зверски они были изуродованы. Господи. Так, ладно, ребятки, давайте будем проходить дальше. Пока что это все выглядит очень странно. Это что за фигня? Какого хрена здесь делает корова? Это что за бред? Херобрин, он что, вообще с ума сошел? Он что тут творил? Так, ладно, давайте проходить дальше, друзья. Очень много крови, вы посмотрите. Офигеть, сколько здесь мертвых людей. Просто, ребятки, жесть. Вы посмотрите, тут целая дорожка, которая ведет нас прямиком в лабораторию. Ух ты, ё-моё, а я уже вижу... Ой! Тихо! Ой-ой-ой! Тихо, какого хрена? Ух ты, это что такое? Так, стоять! Стоять, аниматроники! Проходим! Проходим вовнутрь! Ой-ой-ой! Чё происходит? Чё происходит, друзья? Так, они стреляются между собой, что ли? Какого лешего? Так, ребятки, ребятки, отстреливаемся! Чё за бред? Чё за бред происходит? Так, еще один херобрин, получай! Нифига, какой он крепкий, вы видели, сколько патронов я в него всадил? Это что за хрень? Это что такое? Ребята, это что происходит? Ой, это что такое? Это летающие головы, летающие руки, тигры. А, тихо, получай. Так, еще идут. Получайте, блин. Невидимые. Тут еще и невидимые люди бегают. Друзья, все очень-очень плохо! Черт! Черт! Сколько их здесь? Ребята! Ой-ой-ой-ой, это что такое опять? Охренеть! Просто охренеть! Так, ребятки, отстреливаем их! Не понял. Че? Что? Чика? Ребята, это Чика. Какого фига? Она. Я надеюсь, это был клон. Ну да, скорее всего, клон. Так, черт! Тихо, ребятки, отстреливаем дальше. Тут опять Чика! Как она? Как она здесь оказалась? Как она здесь оказалась? Так, опять идут. Так, отстреливаем, ребятки, отстреливаем. Их очень много здесь. Так, еще получайте. Это маленькая Чика? Ребят, вы это видите? Аниматроники, пока проходите дальше, я осмотрюсь. Ребята, это маленькая Чика. Господи, что она здесь делает? Я вообще не понимаю ничего, друзья. Я просто не понимаю, что здесь происходит. Летающие туловища людей. Просто огромное количество трупов. Практически бессмертные уже херобрины. Я сейчас в них просто всаживаю до хрена патронов с минигана. И они продолжают жить. Причем реально живут достаточно долго. Так, профессор. Какой-то профессор. Так. Чики. Так, тихо. Тихо, ребятки. Тихо. Еще один херобрин. Получай. Вот так вот тебе. Офигеть, это Чики, сколько их тут, просто их тут дофигища, причем самая первая Чика, она маленькая какая-то, неужели Херобрин смог вывести реальных клонов Чик, притом очень-очень маленьких, ребятки, я не верю, просто не верю, сколько их здесь, вы посмотрите на это огромное количество, их тут очень много, так, эй, тихо, получай, вот так вот. Хорошо. Так, здесь у нас... Здесь, слава богу, нету Чики. То есть, никто здесь больше не горит. Вы видели, да, что в той кабинке, где бегали Чики, просто был огонь. Мне кажется, что... Это Херобрин специально кто-то посадил, что ли? Я не знаю, друзья. Но, во всяком случае, пока что мне здесь очень сильно не нравится. Помимо огромного количества трупов, друзья, здесь еще и огромное количество клонов Херобрина. Да и огромное количество Чик. Друзья, это все очень плохо, и что-то как-то мне кажется, что... Так, это что такое? Какого фига? Я не могу пройти вовнутрь. Что за бред? Откройте двери! А, там даже закрыто, вы посмотрите, там решетка стоит.
Так, ладно, я понял. Офигеть. Так, здесь просто закрыты окна, вы посмотрите. Чё за бред? А здесь? А здесь чё? Воу! Тихо! Тихо, 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 по нам кто-то стрелял изнутри. Так, ребятки, осматриваемся. А, это Херобрин. Так, тихо. На, давай я тебя постреляю сейчас. Так, на-на-на-на-на-на-на-на. А, блин, он не хочет умирать. Ну ладно, я понял. Ребятки, а там какая-то комната, и причем она закрыта. Я никак туда пробраться не могу. Тут везде бронированные стекла, все заколочено. И имеется лишь одна маленькая щелка, через которую можно прострелить. Но там также у нас находятся какие-то бордюрчики. Блин, друзья, я не знаю, что делать. Может быть, попробовать освободить Чик? Как вам такая идея? Давайте-ка попробуем сейчас вернуться, посмотрим, что у нас там. Потому что я там видел просто гигантское количество Чик. И мне интересно, что же сейчас с ними. Ребята, мы попали в очередной раз в какую-то перестрелку. По всей видимости, Херобрин создал новых клонов. Да, друзья, я прав. Вы посмотрите, опять бегут. Причем их тут очень много, по всей видимости. Так, ладно. Что? Как? Их же было меньше! Как это вообще? Стоп, я не понимаю. Опять клоны? Так, ребятки, отстреливаем. Получайте. Получайте. Так, ух ты, ё-моё! Прячемся нафиг! Ребята, господи, сколько их тут? Так, ловите бомбу. Так, лови. Вот так вот тебе, получай. Так, еще один жив. Так, на тебе, засранец. Так, друзья, выходим. Выходим, идем, смотрим. Блин, господи. Какое-то жуткое место, я в шоке просто. Так, еще что ли? Не понял. Кто-то мне мешал. Так, ай, черт, я не то сделал. Так, получайте, вот так вот. Так, давайте с бульдога вот так вот пройдемся. Вот так, получай. Молодец. Так, черт, я промазал. Вот, хорошо. Все, ребятки, мы их убили. Так, давайте осмотримся быстренько. Просто, а, нет, не били, они живы. Капец, какие они живучие. Господи, это что за чушь? Они просто как будто стали какими-то бессмертными. Я не знаю, у них какая-то броня, что ли, теперь, или что-то в этом роде. Я реально не могу их нормально прострелить, как это было раньше, друзья. Это какая-то нереальная жесть. Я не понимаю, как тогда нам с ними бороться, если они с каждым разом становятся все сильнее и сильнее. Ладно, друзья, я понял. Давайте тогда в таком случае вернемся обратно, посмотрим, что же все-таки у нас там происходит. Я уже посмотрел, что Чик там стало больше. То есть, что такое? Кто стреляет? Ладно, неважно. То есть, ребятки, когда мы с вами проходили в первый раз по этому центру, то есть вот по этой вот, как это правильно назвать, по этому шлюзу, да, Чик было меньше. Реально было меньше. Блин, как же мне их жалко. Вы посмотрите, они просто там горят. Господи, бедные Чики, а. Ребят, я не могу им никак помочь. Дверь не открывается. Черт. И здесь. Охренеть, сколько их там просто. Так, дверь. А, черт, ее заело. Блин, ее заело, вы посмотрите. Кто-то, походу, здесь взорвал какую-то гранату или что-то в этом роде. Потому что видно, что дверь стояла нормально. Ее просто сейчас подкосило, и она не открывается. Блин, как это так? О, господи, сколько здесь Чик. Притом, вы посмотрите, какая-то маленькая Чика новая. Зеркало бронировано, точнее, стекло. Его пробить никак не могу, к сожалению. Ладно, друзья. Я понял. Что? А ты как тут оказалась? Друзья. Это, случайно, не настоящая Чика? Блин, аниматроники, как вы думаете? Кивает так головой, походу, нет. Блин. Ребятки, честно говоря, не знаю. Так, давайте-ка пройдем обратно в ту комнатку, посмотрим, что у нас там происходит. И у меня есть, знаете, какая идея. Может попробовать взорвать это все нафиг и пробраться как-то вовнутрь? Потому что пока что мне кажется, что нам нужно реально как-то сюда пройти. Там что-то важное содержится, наверное, потому что не зря эту комнату забаррикадировали. Давайте сейчас мы быстро это все взорвем и, короче, зайдем просто сейчас вовнутрь. Так, отходим, аниматроники. Я заложил очень много бомб, поэтому сейчас будет очень сильный взрыв. Так, отбегаем, отбегаем, давайте ко мне все, быстренько. Так, раз, два, три. Вот так вот, отлично. Думаю, можно проходить, ребятки, потому что взрыв был очень мощный. Ух ты, он вышел. Да, значит, ребятки, мы с вами смогли открыть дверь. Так, аниматроники, давайте будем заходить и смотреть, что у нас там такое. Так, я надеюсь, я смогу пройти? Да, вроде как могу. Так, дверь вышибла. Отлично, господи, какие просто какие-то толстенные. Здесь все-таки стояли двери дополнительные. Так, и что у нас здесь такое? Какая-то лаборатория. Притом здесь реально проводили какие-то опыты. Так, а это что такое?
Записка? Если хотите потягаться со мной, то я приглашаю вас на мой остров, который вы сможете найти в открытом море. Офигеть, у него остров есть? Так, это, ребятки, это очень интересно. Так, что там дальше? Я буду ждать вас именно там, и там мы с вами сразимся по-настоящему. Желаю успехов. Какой он все-таки... Блин, какой он урод, а? Вы представляете, он в очередной раз слинял, что ли? Я не верю. Так, ладно, ребятки. Давайте сейчас спустимся с вами вниз. Я надеюсь, что лифт работает. Просто не хочется себя опускать при помощи мода. Так. Блин, лифт не работает, друзья. В таком случае придется себя вот так вот сейчас взять. Вот так вот. Давай спустимся вниз. Потому что выходить поверху я уже, честно говоря, не хочу, учитывая то, что там происходит. Так, и здесь вот так вот, ребятки, мы с вами пройдем. Ух ты, тут опять кто-то у нас бегает. Все. Очень-очень жестко здесь. Опять, блин, пумы эти. Ух ты, опять невидимый человек. Так, ладно, друзья, проходим. Короче, что я говорил. Ой, тихо. Получайте. Быстренько. Сколько их здесь, блин, офигеть. Короче, друзья, как вы поняли, Херобрин пригласил нас на свой остров. Это очень странно, друзья. И мне кажется, что это какая-то ловушка. Во всяком случае, кажется, теперь я понял, как он сбежал от нас. Точно, тут же есть второй проход, блин. Капец, как я не додумался. Ребят, а вот как он сбежал, реально. Просто по трубе, по всей видимости, выбрался, оставил нам записку и ушел. Блин, как я не додумался-то об этом. Ё-моё. Ладно, ребятки, короче, давайте выбираться отсюда. Так, вроде как, ребятки, мы нашли нормальный выход. Да, тут у нас берег. Хух, отлично. Так, друзья, ну что ж, что же я могу вам сказать в таком случае? В лаборатории осталось огромное количество клонов Чик. Херобрин пригласил нас на остров, и все, в принципе-то, не очень хорошо. То есть, я думаю, что на острове нас будет ждать реальная ловушка, с которой мы, возможно, друзья, не справимся. То есть, ребятки, в очередной раз призываю вас поставить лайк и подписаться на мой канал, если вы еще не сделали этого. Потому что, если вы это сделаете, то я засниму следующую часть, где мы отправимся на остров Херобрина и посмотрим, что же все-таки он там нам приготовил. Во всяком случае, думаю, что записка была не просто так, и этот остров я, ребятки, отыщу. То есть, давайте, наверное, встретимся недельки через две, посмотрим, что же у нас все-таки будет. Может быть, через недельку, как получится, как я смогу найти этот остров. Но вы пока пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу этого. Ну и, конечно же, ребятки, пишите, зачем все-таки Херобрин украл Чику. Хотя все мы это давно уже знаем. Но, может быть, какие-то у вас будут еще догадки, и, может быть, какие-либо идеи у вас есть. Ладно, друзья, давайте закончим на этом серию. С вами был я, Жека Гост. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Надеюсь, вы поставили лайки, подписались. Ну а также не забывайте, что у меня есть собственный сервер в Сампе, на котором я играю со своими подписчиками. Ссылочка и айпишка будет в описании под роликом. Всем, ребятки, удачи и до скорых встреч!